Как известно, хорошая учеба во многом зависит от созданных в школе условий. За прошедший год в школе номер 8 условия для учебы и работы существенно улучшились. Произведена замена части системы отопления, отремонтирована крыша, старые деревянные окна заменены на окна ПВХ во всех учебных кабинетах второго этажа. В ряде кабинетов установлено дополнительное освещение. И вот в канун нового 2021 года пришла еще одна замечательная новость. Администрация района подготовила сертификат на 85 тысяч рублей на покупку школьной мебели. Красивые современные парты и шкафы заняли свое место в учебных кабинетах. Ученики сразу оценили преобразившиеся классы, их стильный и комфортный интерьер. Учиться и работать стало приятнее. В нашей школе уже давно назрела необходимость сменить школьную мебель. И вот в канун Нового года, в декабре, в школу номер 8 поступила мебель сразу в два кабинета. Кабинет математики и кабинет информатики. Ребята с удовольствием учатся за новыми партами, сидят на новых стульях. И мы надеемся, что, конечно, мебель будет заменяться и в других учебных кабинетах.